В подмосковном Одинцове состоялась 15-я конференция Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». На ней были подведены итоги уходящего года и озвучены основные направления, по которым партия будет работать в будущем. На сегодняшний день на учете в региональном отделении «Единой России» состоит более 74 тысяч человек. На территории Московской области действует почти 4 тысячи первичных отделений. В 2019 году количество членов партии увеличилось на 2610 человек. У нас очень динамичная, такая насыщенная программа губернатора области Андрея Юрьевича Воробьева, которая охватывает практически все стороны жизни Подмосковья. И благодаря политической воле, активным действиям членов партии, сторонников, молодогвардейцев, многие вопросы мы решаем, и, я думаю, многие еще и решим. Всего в подмосковных муниципалитетах работают порядка 1400 депутатов, и более 65% из них состоят во фракции «Единой России». Из 64 глав муниципальных образований более 90% являются членами партии «Единая Россия». Таковы результаты прошедших недавно выборов. Именно итоги народного голосования становятся ключевым маркером эффективной работы и уровнем доверия власти и партии в целом. Конечно, кампанию сентябрьского единого дня голосования партия может занести себе в актив. Особое место было отведено обсуждению методов работы с обращениями граждан. Руководитель региональной общественной приемной Дмитрия Медведева в Московской области Владимир Жук отметил, что ни одна жалоба не должна оставаться без внимания. В адрес региональной приемной поступило более 500 обращений, из них 139 письменных. Положительное решение принято почти 22%. Среди тех, кто обращается к нам, самые активные – это пенсионеры, работающие граждане, инвалиды, ветераны труда. По окончании конференции прошло награждение отличившихся членов партии «Единая Россия».